Добрый вечер. В эфире «Якутия». Мы расскажем о главных событиях уходящего дня. В студии Павел Танин и в этом выпуске. Фатальная поломка. Трое спасшихся в Намском районе до последнего пытались помочь своим друзьям. Режим ЧС. Экстренные службы в Якутии перевели в режим готовности из-за холодов. Наживаются на доверии. Десятки якутян стали жертвами телефонных мошенников в новогодние праздники. Выжившие в Намском районе пытались спасти своих замерзающих друзей. Они по очереди тащили их на себе и согревали. Для этого разводили костер, давали свою верхнюю одежду и растирали руками обмороженные участки тела. Но, к сожалению, все оказалось тщетно. Двое молодых людей скончались на месте. Троих выживших обнаружил местный коневод. Напомним, трагедия произошла 12 января. Пятеро человек выехали на машине в район речки Кенкеме в 80 километрах от села. Около 2 часов ночи транспорт сломался. Усугубило ситуацию то, что погибшие были одеты слишком легко. В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку. Ну а тем временем в Якутии ввели режим повышенной готовности для экстренных служб. Причина – сильные холода. В связи с морозами и туманами в том числе повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики, а также дорогах. Со всеми подробностями Василий Радченко. Аномально низкие температуры установились в эти дни в ряде районов Якутии. Столбик термометра в Верхоянском и Аймиконском районах уже перешагнули отметку минус 56 и минус 58 градусов. В центральных районах температура понижалась до минус 50 градусов мороза. Низкие температуры стали причиной введения режима повышенной готовности. Сейчас наступили самые холодные месяцы. Между населенными пунктами у нас расстояния большие. Заправки, мастерские редко встречаются, поэтому надо проверять машину и быть в ней уверенны. Холод усугубил ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями, в частности на загородных трассах. Всему виной отсутствие достаточной видимости из-за тумана и снежной пыли. Так, на федеральной дороге Колыма произошло ДТП с участием автомобиля Honda HR-V. Есть пострадавшие. Причина – водитель не выдержал безопасную скорость движения и дистанцию. Результат – столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне иномарки, к сожалению, погибли на месте происшествия. Водитель и еще два пассажира были доставлены попутным транспортом в медицинское учреждение, где им было назначено амбулаторное лечение, а некоторым стационарное. В ожоговом отделении к холодам готовы. Ежегодно в период крещенских морозов увеличивается число пациентов с обморожениями различной степени и с общим охлаждением. В настоящее время в стационаре находится 69 пострадавших от холода. По словам врачей, чаще всего обморожение происходит в результате алкогольного опьянения, а также вследствие бытового и производственного травматизма. Врачи предостерегают от долгого нахождения на улице и не рекомендуют без острой необходимости покидать пределы дома. Если вы видите, что человек находится в бессознательном состоянии на улице, не оставлять, не быть равнодушными, сообщать соответствующие органы. И если у вас все-таки случился такой случай, у вас самого или у кого-то из родственников, конечно же, это в первую очередь должна быть квалифицирована оказанная медицинская помощь. Надо обратиться к медицинским специалистам. Едва не замерзли жильцы частного сектора по улице Пекарского. Из-за аварии на линии электропередач более 100 домов остались не только без света, но и тепла. Жильцы давно запаслись на такие случаи автономными источниками питания, но их хватает лишь на 7 часов. И в этот раз владельцам домов пришлось искать топливные генераторы. У всех маленькие дети, очень много маленьких детей. У меня у самой двое детей, одной годик, и престарелая бабушка, 82 года. А телефоны, соответственно, все батарейки, все сели. Это же страшно, это даже вот если вдруг что случится, даже ни скорую не вызвать, никуда ты побежишь ночью, никуда, ты ничего не сделаешь. И это уже не первый раз. Причиной морозов стал тот факт, что большая часть территории республики сейчас находится под влиянием высотного циклона. Однако в ближайшие дни синоптики обещают ослабление морозов. Дни произойдет небольшая адвекция тепла. Дневная температура воздуха в центральных районах будет 36-38 градусов, ну и ночная порядка 40-45 градусов мороза. Тем не менее, сейчас крещенские морозы набирают силу. В течение всей недели якутянам необходимо соблюдать меры предосторожности. Василий Радченко, Алексей Семенов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.
К другим темам. Все более популярными становятся ресурсные резерваты Миконского района. Их в муниципалитете два. Это Горный и Верхнеиндигирский. Привлекают они не только жителей Якутии, но и гостей из соседних регионов. И инспекция охраны природы постоянно проводит там экологические рейды. Подробности далее. Завершением строительства федеральной дороги Колыма охотничьи угодья и водоемы Миконского улуса стали доступны для охотников и рыбаков из центральных районов, также для некоторых категорий охотников на вездеходной технике, открытые и особо охраняемые природные территории. Аймиконская инспекция охраны природы совместно с отделом внутренних дел контролирует исполнение режима особо охраняемых природных территорий. Основной целью проверок является соблюдение и выполнение законодательства Российской Федерации и Республики Саха-Якутия в области охраны окружающей среды. По результатам 2016 года по ущербам взыскан около 1 000 000 рублей. В области обращения отходов было проведено Миконской инспекции охраны природы более 20 рейдов. По итогам этих рейдов предъявлено более 100 000 рублей. На должностное и тоже на юридическое лицо. С открытием зимника открывается доступ на территорию резервата не только для рыбаков, но и для перевозчиков руды. Например, на территории ресурсного резервата Горный по зимнику ежегодно перевозят сурьменосодержащую руду. На территории резервата Горный находится множество привлекательных озер. Эти озера особо посещаемы рыбаками в период весенней подледной рыбалки. Сюда приезжают за озерной рыбой даже рыбаки любители Магаданской области. Ежегодно на посещение опытных Горный для спортивного рыбалки нами выдается по 100-115 разрешение в год. Транспортная схема Миконского района усложнена горной местностью и отдаленностью участков особо охраняемых территорий. На территории другого резервата Верхнеиндигирского находится уникальное озеро Лабынгыр. Данная территория нуждается в круглогодичном контроле режима особо охраняемых природных территорий. Артур Старостин, НВК Саха, Миконский район. В Нервинском районе из-за переполненного септика затопило двор 4-квартирного дома. Жильцы много раз обращались в управляющую компанию, но проблема до сегодняшнего дня не решалась. Подробнее о ситуации расскажет Лина Сафронова. На протяжении 1 месяца жительница города Нюрба наблюдает течь канализационных отходов во дворе многоквартирного жилого дома номер 69 по улице Энергетик. По словам горожанки, разлив канализационных вод на этом месте происходит уже 10-й год. Ситуация ухудшается с каждым днем. Выходить на улицы из дома для жильцов 4-квартирки – настоящее преодолевание препятствий. Стоим, караулим. Если придет одна машина, они закачивают 250 кубов, а вывозят даже 250 кубов где? Вот здесь. А потом со всего поселка собирается, свозится в центральный септик, и центральный септик не возит. И все со всего города льется к нам. Вот представьте себе, это вообще условия вообще невозможные. В соседнем дворе ситуация похожая. По словам жильцов, управляющая компания своевременно не откачала септик, в связи с чем произошла утечка жидких бытовых отходов. Только после жалоб накануне приехала одна машина и выкачала часть септика. Но вода продолжает пребывать. Наталья Павловна, вот соседки мои, у нее как бы пониже, вот у нее в первую очередь затекает. У меня не так видно, у меня все в огороде видно. Тем более я узнала, что какие-то маленькие машинки, вот которые занимаются вывозом между домами. Они, оказывается, тоже сюда к нам вывозят. Вместо того, что там в Нюрбе вывозить, а им там лень. Они здесь удобнее, они сюда еще сливают. Сосновый лес прекрасно стоял, но так как у нас все это полностью залито именно не водой, а именно СМ-кой, вот с этой вот этими водами вонючими, у нас дышать вообще нечем. Потом это все испаряется, воняет хлоркой. Причина возникновения таких коммунальных аварий в Нюрбе множество. Начиная от бесконтрольного расхода воды самими жильцами, заканчивая нехваткой спецтехники. Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, НВК Саха, Нюрба. Десятки якутян стали жертвами телефонных мошенников в новогодние праздники. Каждый раз злоумышленники находят все новые способы обмана людей. Снимают денежные средства не только с банковских карт, но и с лицевых счетов, сим-карт, сотовых телефонов. Как обезопасить себя и как защитить свои персональные данные, выяснял Дмитрий Тымыров.
Сегодня в правоохранительные органы обратилась еще одна жертва мошенников. Буквально вчера молодой девушке позвонили на сотовый телефон от имени сотрудника мобильного оператора. И обманным путем сняли с ее банковской карты денежные средства. Сказали, что был в системе сбой, и всем абонентам был подключен какая-то платная услуга. Спросили, нужна ли она мне или нет. Я отказалась. Далее меня спросили, списывали ли у меня с моего счета деньги необоснованно. Я сказала, что такое, да, бывало. Далее мошенники запросили данные банковских карт, чтобы вернуть необоснованно потраченную сумму. Девушка согласилась и передала запрашиваемую информацию. В целом по Якутии только за прошлый год таких случаев было зарегистрировано более 600. В основном преобладает мошенничество. Это приход СМС сообщения о том, что ваша карточка заблокирована. Либо отправили деньги не на тот счет. Защита персональных данных – главная задача работников банковской сферы. Мошенники обычно звонят в неудобное время и настаивают на моментальном решении той или иной ситуации. Жертвы в спешке, потеряв бдительность, сами передают им свои персональные данные. В любом случае, когда клиент провел операцию под своим пин-кодом, это уже банк тут уже ничего, какой вида на себя брать не будет, это уже будет ошибка клиента. Он будет фактически сам. Если денежные средства списаны с лицевого счета номера мобильного телефона, то необходимо напрямую обратиться к своему сотовому оператору или посетить официальный сайт и далее действовать по алгоритму. На нашем сайте есть форма обратной связи именно по мошенничеству. Можно заполнить ее, написать, откуда, с какого номера поступил вам звонок, о каком номере они говорили и что конкретно, чтобы служба безопасности смогла проверить. Тогда будет проведена проверка. В случае с банковской картой, то тут алгоритм действий будет уже другой. Звонить они могут при каких-то ситуациях, но спрашивать ваши персональные данные, номер карты, пин-код, тем более сотрудники банка этого никогда не делают. Еще раз напоминаем, что безопасность ваших сбережений только в ваших руках. Дмитрий Тымыров, Иван Семенов, НВК СХ, Якутск. Сегодня стартует межрегиональный конкурс «Этно-поп-песни под одним солнцем». В 11 регионах покажут совместный проект театра эстрады и национальной вещательной компании «Саха». Напомним, в ноябре в Якутске прошел концерт, где артисты показали самобытную культуру и музыку своих народов. Конкурс в таком формате в Сибири провели впервые. А с сегодняшнего дня начинается голосование. В течение месяца можно отправлять СМС и отдать голос за понравившегося участника. Имена победителей станут известны 17 февраля. Таким мы запомним уходящий день, о том, что будет дальше, как всегда расскажет Якутия. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале.